Друзья, сегодня у нас 12 ноября. Я решила посеять вот такую бегонию. Бегония клубневая F1 GoGo желтая. Фирма Гавриш, она, конечно, известная, но отзывы о ней противоречивые. Надеюсь, что взойдет что-нибудь. Тут всего лишь 4. Дорожее, так поняла. Сейчас открою и посмотрю, потому что чувствую, там колбочка. Поэтому думаю, что семена все-таки, надеюсь, не просроченные и профессиональные. В принципе, 21-й год семена, это прошлогодние. В этом году они не собрали. Вот, видите? Надеялась, что там дрожжи. А там какие-то черные-черные пятнышки. Обалдеть! Это вот что такое? Я не знаю, как я их буду сеять сейчас. Постараюсь высыпать на белую какую-нибудь поверхность, чтобы их увидеть. Как бы только не чихнуть. Да, там дрожжи беленькие. Я сослепу не поняла. Высыпала, сейчас вот вижу. Но вообще 4 штучки, мне кажется, положили. Ну, тоже чихнув, чихать нельзя, это точно. А то улетят. Сделай вот такой вот ручкой, маркером 4 углубления. И вот в эти 4 углубления я положу 4 семечки. А семечки я положу вот такими вот, буду класть зубочистками. Когда я сеяла петунию семенами, я так делала. Вот на черном фоне видны эти семечки будут. Я сейчас вам поближе покажу, когда я их посею. Процесс такой кропотливый, но вот видите, свет у меня такой. Сейчас перенесу поближе к свету. Ну, разглядывать, конечно, надо под микроскопом. Но вот тут вот к свету ближе поднесла, к дневному. Видно, что там 4 семечки лежат в углублениях. Я их засыпать не буду. Вот так вот сейчас побрызгаю сверху водичкой простой, чтобы оболочка у меня их там растворилась. Надеюсь, прорастут. Ну, а на этом посев окончен. Сложного-то ничего нет. Бегония чем плоха в выращивании, тем, что она трудно выращивается из-за того, что она очень медленно развивается. Но мне захотелось посеять. Ну вот, посев закончен. Надеюсь, что все благополучно взойдет. В течение 5-6 месяцев она у меня зацветет все-таки по окончании этого времени. Что-то у меня взойдет и что-то у меня выживет. Даже если одна штучка выживет, я буду очень рада. Я побрызгал сверху водичкой из пульверизатора. Вот она у меня вся стоит. Не знаю, как дрожжи там растворились или нет. Даже не буду касаться этих оболочек ничем, никакой зубочисткой. Боюсь потревожить и потерять семечки, поэтому буду ждать всходов. Вот так вот кладу в пакетик. Закрываю сверху его вот так вот. Дырок никаких не делаю. Плотно вот так вот закрываю. И теперь только под подсветку. Поближе к свету сантиметров 10, чтобы она, вот эта вот подсветочка была, поставлю повыше. И буду теперь каждый день проветривать. Вот и все. На этом буду ждать всходы. Вот у меня под подсветкой стоит вот такой контейнер с проращиваемыми растениями для череночков. И я туда ставлю как раз вот высоко, видите, подсветка практически сантиметров 10, не больше от лампы. Вот так вот они мне будут проращиваться. А на этом все. Всем всего хорошего. Мира, добра, здоровья и благополучия. Всем пока-пока.